В эти дни во многих организациях страны проходят праздничные мероприятия, выставки, семинары, посвященные главному документу независимого Казахстана. Конституция – основа мира и стабильности. Круглый стол под таким названием организовали в Петропавловске. На встречу пришли порядка 30 человек – курсанты военного института, молодежь, судьи и врачи. Говорили о принятии главного документа нашей страны. 30 августа, 22 года назад, на Всенародном общенациональном референдуме была принята первая конституция независимого Казахстана. Главный документ страны способствовал формированию разных сфер деятельности, в частности, обороноспособности республики. Конституция Республики Казахстан, конечно, она дала большой толчок к развитию военного законодательства, потому что был принят целый пакет военных законов. Это, прежде всего, закон об обороне вооруженных силах Республики Казахстан. Конечно, у нас военная доктрина принята. Это основной документ, который определяет, прежде всего, уже на перспективу развития вооруженных сил. Приняты ряд ведомственных законов.